Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и если вы не знали, то в ближайшее время у нас в игре планируется коллаборация с фильмом Дюна. Ну а если вы об этом не знали, то сейчас я вам об этом всем расскажу и расскажу, что конкретно эта коллаборация принесет нам, как игрокам, в World of Tanks Blitz. Фильм действительно эпичный, действительно великолепный, шикарные спецэффекты, и первый фильм Дюна вошел в историю кинематографа, и я уверен, что этот фильм тоже будет далеко себе не хуже. Но вопрос не в самом фильме, не вопрос не в зрелищности, а вопрос в том, насколько крутые вещи показываются в этом фильме, насколько крутые спецэффекты здесь есть. Но перед тем, как мы с вами продолжим, хочу попросить вас обратить внимание на мой канал и попытаться услышать меня, почему вам стоит подписаться на него, а не на какой-либо другой канал. Дело в том, что уже 32 тысячи человек отдали предпочтение моему каналу, и более 1350 честных видео уже ждут вас и ждут вашего просмотра. Почему 32 тысячи человек отдали предпочтение именно моему каналу? Потому что именно на моем канале быстрее всего публикуются все новости, я разбираю все ивенты, я показываю все контейнеры, я кручу все рулетки, я рассказываю абсолютно честно о всех танках, которые появляются в игре, и если это танк новый, то поверьте мне, буквально через 2-3 минуты после официального появления танка в игре, вы уже можете заходить ко мне на канал и смотреть на него абсолютно честный обзор, в котором я ничего не скрываю и никого никогда ни в чем не обманываю. Ну а все мои видео разложены в интуитивно понятные плейлисты, где разберется даже ребенок. Именно поэтому вам стоит подписаться на канал, если вы хотите быть всегда в курсе всех новостей, первым получать бонус-коды, первым участвовать в розыгрыше премиумных танков и первым знать разбор всех новостей в World of Tanks Blitz. Спасибо большое за то, что подписались на канал, поставили лайк и нажали на колокольчик. Ну а мы продолжаем. Что такое Дюна? Дюна — это великолепная история про массовое побоище, стрельбу и не только. Любовь и приятные взаимоотношения. Но нам не до этого. Нам до того, что данная Дюна принесет непосредственно нам в игру. А принесет она нам великолепный внешний вид на Мауса и просто шикарный танк 8 уровня. К Маусу мы вернемся чуть позже. Но только представьте себе Мауса на 8 уровне. Да-да, именно так. Дело в том, что новая восьмерка будет размером с Мауса и не только с великолепным внешним видом, который будет кардинально отличаться от всех остальных танков в нашей игре, но еще и устрашать соперников, когда вы будете на нем заходить в бой. Он просто шикарен в отношении бронирования, хотя есть серые зоны, он просто великолепен в отношении своего внешнего вида, если на него просто любоваться. Что же касается бронирования, да, безусловно, серые зоны есть, в зависимости от того, под каким углом на броню посмотреть, но в то же время огромное количество красных зон, огромное количество приведенной брони и просто умопомрачительно красный внешний вид, когда ты смотришь на данную машину спереди. Что же касается ТТХ, ДПМ 1700 единиц, не так уж и много, но 440 единиц альфы при 270 единицах пробития на базовом снаряде, подкалиберные голдовые 270 мм пробития на 370 единиц урона и 62 мм пробития у фугасного снаряда с уроном в 580 единиц. При этом всем разброс 0,393, и да, большое время сведения в 5,6, но это все поправимо путем установки соответствующего оборудования. Мне кажется, что все это довольно прикольно, особенно с учетом УВН в минус 9 и с учетом того, что по подвижности данная машина будет, ну, существенно лучше Мауса. Ну а что же касается нашего Мауса, то Маусу сделают вот такой легендарный внешний вид, причем будет еще вот такой вот обалденный обвес. Все это дело идет в комплекте и в начале боя эта штука вроде бы как бы приземляет вас в место боя, улетает, ну а вы остаетесь в своем легендарном внешнем виде устрашать ваших соперников, ну и, соответственно, разносить всех в клочья. Как мне кажется, идеи очень крутые, и что касается внешнего исполнения всего этого, то действительно художники постарались на славу, за что я им ставлю от себя честные 12 баллов из 10 возможных. Что же касается самой коллаборации, то полные условия получения данного танка и полные условия участия в игровых событиях по коллаборации мы узнаем буквально через полчаса-час, когда выйдет официальное видео на канале Wargaming. Все собранное в этом видео мною было найдено в неофициальных источниках, но из открытых источников не только на платформе YouTube. Поэтому, друзья мои, если вдруг где-то что-то как-то не сойдется,
не порицайте. Что имеем, тем делюсь. Но делюсь этим всегда вовремя и всегда рассказывая максимум информации, которой могу поделиться. Если вас все это устраивает, если вы готовы меня поблагодарить за мои старания, поставьте лайк прямо сейчас, подписывайтесь на канал. Я побежал снимать специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.